В каждой пятой дорожной аварии участвует пешеход. 5 человек, 5 пешеходов в этом году погибло. Для сравнения, за тот же период минувшего года погибших было 17. Угу. Ну, идет небольшое снижение, в том числе и по числу раненых людей. Примерно 3 основных причины существуют. Это когда виноваты водители, которые сбивают людей на пешеходных переходах, на зебрах. Это когда люди переходят дорогу в неустановленном месте. И самые тяжелые случаи, это когда люди идут вдоль проезжей части, по обочинам, где-то по федеральным, по региональным дорогам, особенно в темное время суток. Здесь летальность самая большая.